Мы не летели ни в какие Новосибирски. Катя ко мне не прилетала в Португалию. Мы не покупали квартиру в Румынии. Мы не завели детей в Азербайджане. А то читаешь комментарии подписчиков под роликами, и там просто такие теории заговора, с ума можешь зайти. Просто границы открыты для меня и для Кати в Дубае. Мы вот здесь решили встретиться. Надо хотя бы им что-то показать, как мы здесь обустроились немного, не? Ты только наш срач не показывай так аккуратно. Срач я показывать не буду, покажу только вид с балкона. Он, кстати, красивый, пошлите туда. Вот срач, который Катя просила. Здесь мы спим. Житель умер от депрессии. Там мы моемся, там стракоспенция, но мы не будем ее показывать. Катюха, о, привет! Продемонстрируйте, пожалуйста, открывайте нам вот это вот шторы. Вот. Прекрасный вид на море. А прекрасный вид. Он говорит, ничего не страшно, ничего не страшно. Это как понимать, блин? Что так можно закрыть? Матурина! Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия и все. Можно тебя так толкнуть, чтобы ты туда? Не понял. Пока. Здорово, бандиты. Ну мы... Что ты не... А чё оно? Ты куда? Остановитесь! Обратно уйди. Мы роль... Куда ты идёшь? Обратно, иди обратно. А как её убрать? Обратно. Да я ничего не делал. Вот, поехали обратно. Чего она сюда поехала? Короче, мы что хотели сказать, что покатались, накатались, накричались. Катя в основном кричала, конечно. Ага. Потом нас отвезли пожрать. Я хочу беляш. Это самое, как бы, главное. Катя просто попросила немного там времени, чтобы она успела убраться, и сейчас мы все запишем, сейчас мы все покажем, что мы купили за это время в Дубае. Я могу идти, нет? Ну, надеюсь, то, что Катюха уже убралась. Потому что банально мы никуда не ходим. Наша цель была встретиться здесь. Мы просто сидим в отеле, кушаем, пьем и иногда куда-то выходим в магазин. А? Фигню какую-то, как обычно. И первое, что мы купили! Малолетний дебил. Сквидиш. Ты что, с ума сошел? Симпл-димпл, господи! Язык сломаешь, покинь. Это сквид? Это попыт или это симпл-димпл? Мы просто уже старые люди. Куда ты выбросила? Какая-то фигня, как обычно. В мое время спиннер был вообще бесполезная фигня. Сейчас вот это вот. Короче, я не знаю, что это симпл-димпл и попыт, но мне кажется, это попыт. А вот это уже симпл-димпл. Или попыт. Ну это что это за фигня? Кому это нужно? Это разве интересно? Пырышками просто лопаешь, это надоедает. За 20 выкинь в жопу. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? А вот мне Катюха не только ушки подарила, нам еще и глазки подарила, если так можно сказать. Амогус. Ща блевану. Житель умер от депрессии. Ща блевану. Хватит, ты уже блеваешь. Дай, может, сразу смертельный номер, который я года два не делал, а? Ты сальтуху хочешь сделать? Сальтуху. Ты же сейчас переломаешься, ты же уже дед. Какой дед? Я еще докажу, что я еще молодой. Я тебя в скорую не повезу. День два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Сейчас просто пластом упадешь мертвым и все. Умеете, могете просто. Не, в натуре класс, четко. Да и Катюха тоже шмотки собрала. А на ходу. Да я как бы на ходу засыпаю. Надо выезжать в аэропорт, а там въезжать. А там уже улетать надо, вот. Пока!
Надеюсь, ты скоро вернешься. Я не буду коротать эти дни одна. Я скоро вернусь, крошка Бэйба. Ты не почувствуешь даже нашей разлуки. Давай, лети на крыльях любви. Ага. Я скоро вернусь. Все, пока. Hello, motherfucker. А камеру-то верни. А, давай.